Карачаевские новоселы уже 2 месяца создают уют в новых апартаментах. Правда, радость долгожданного переезда оказалась недолгой. Как только выпал снег, в квартирах на верхних этажах одна за другим стали появляться мокрые пятна. Стреющие стены – проблема всего дома. Жильцы новостройки по проспекту Мира решили не тянуть и обратились за помощью к представителям власти. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. С вытяжки, видимо, бежит оттуда. Вот. Обои-то подсохнут немножечко, видимо, когда снега нету, не нападает туда снег. Оно подсыхает маленечко, обои отходят. Потом опять вот снег идет, они опять намокли. Семья Боднарук ждала переселения в капитальное жилье несколько лет. Когда получили ключи от новых апартаментов, затягивать с переездом не стали. Но вскоре радостное событие омрачили мокрые стены в кухне. Люди тут же обратились в управляющую компанию. Говорит, посмотрим, пойдем на крышу залезем, мы не знаем, откуда, что оно течет, говорит. Причиной сырости стал конденсат. Чтобы вода не бежала, необходимо наладить систему вентиляции и теплоснабжения. Управляющая компания совместно с генподрядчиком занимается индивидуальным тепловым пунктом настройкой, чтобы все-таки тепло работало в полном режиме, в нормальном. Все дефекты, допущенные при строительстве и обнаруженные новоселами, вскоре после заселения легли в основу актов. Их жильцы составили совместно с представителями управляющей компании. Теперь предстоит череда работ по устранению недочетов. 5-летнее обязательство застройщика гарантирует, что все требования людей будут выполнены. К сожалению, по дому, который построен не так давно, Мира 22, корпус 5, также существует ряд обращений, которые касаются как строительных недоделок, так и качество обслуживания. Все замечания, которые у нас на сегодняшний день, они отрабатываются и будут отработаны, так как дом находится на гарантии. Часть обращений, адресованные управляющей компании, уже выполнена. Также в рамках договора с генподрядчиком специалисты Уренгойского городского хозяйства приступили к полному обслуживанию нового дома. Наталья Худяева, Юлия Волоснова, Гарник Маргарян, служба новостей «Импульс».